Так, друзья, еще место нашел, место привала. Красота. Места красивые у нас. Смотрите, какой овраг. Там река протекает. Так, друзья. В общем, сегодня стрим будет попозже, часиков после 8. Ребят, пока у нас прогулочка намечается такая. После ужина где-то часиков 8-9 будет стрим. Красота вообще неописуемая. Да, здорово, здорово здесь. Еще половина пути осталось пройти. Километров уже прошел, наверное, 6. 5-6, может, больше даже. Пока пешочком везу велосипед, потому что такое неудобно по такой дороге ехать на велике. Потом обратку уже буду на велосипеде ехать. Выйду уже в город, там уже снимаю еще. Ладненько. До связи.